Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює». В студії працює Марина Шкоробська, я рада вас вітати. І сьогодні тема в нас дійсно хвилююча, як завжди, по понеділках ми зустрічаємося з медиками нашої області, говоримо про здоров'я, про те, як його зберегти і укріпити. Сьогодні в нашій студії два гості, які з нами поговорять на дуже важливу тему, яка актуальна для нашого суспільства і не тільки. Отже, з нами сьогодні Олег Михайлович Коваленко, завідуючий гінекологічним відділенням Миколаївського обласного онкологічного диспансеру та Ігор Олексійович Овечка, завідуючий поліклінічним відділенням того самого медичного закладу. Доброго дня вам. Я рада вас вітати. Ми з вами зустрічаємося напередодні 4 лютого. Це Всесвітнього дня боротьби з онкозавхворюваннями. Так? І нашим глядачам нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. На екранах ваших телевізорів ви будете бачити номер телефону 76-92-42. Якщо у вас виникнуть питання з приводу тої теми, на яку ми сьогодні говоримо, телефонуйте, обов'язково відповімо. Отже, почнемо, напевно, з Ігоря Олексійовича, тому що ви знаєте загальну картину того, що в нас відбувається в області. Взагалі, останнім часом, чи погіршилась чи поліпшилась ситуація з виявленням та лікуванням онкозахворюваних? Ситуація на сьогоднішній день така, що за минулий рік заболіваємость в нашій області виросла на 1,6%. Процент запущених случаїв, в общем-то, знизився. Количество больних со злокачественными заболеваниями в запущенных случаях снизился с 17 на до 16,5%. Значит, охваченных лечением пациентов количество увеличилось. Вот смертность немного, но снизилась. То есть ситуация не такая безнадежная, как может показаться. А те, що збільшилась кількість захворювань, це пояснюється тим, що більше почали виявляти чи взагалі більше хворіти? Я уже сказал, что пациентов, выявленных на профосмотрах, ну, пусть немного, но их количество выросло, поэтому количество пациентов с первой и второй стадии, ну, немного как бы больше. То есть не за счет запущенных случаев, а за счет первых, вторых стадий. Основний шлях виявлення онкозахворювань залишається профогляди, так? В общем-то, да. Естественно, если бы работали все наши промышленные предприятия, и эти сотрудники проходили ежегодную диспансеризацию, то, наверное, картина была бы еще лучше. Ну, на сегодняшний день, наверное, дает о себе знать та медицинская профилактическая работа, которую проводят наши сотрудники, и регулярные телевизионные программы, и выступления на радио, в газетах. Ну, как бы, еще пока рано чем-то хвастаться, но, тем не менее, результаты становятся немного, но лучше. Взагалі, якщо згідно статистиці, вашим спостереженням, якщо розподілити населення, то серед якого населення там за віком і за статтю більш розповсюджено онкозахворювання? Значить, в структурі захворюваності на злоякісне новоутворення чоловічого населення області на більш питому вагу, як і в минулі роки, займають злоякісне новоутворення шкіри, трахеї, бронхів та легені, передміхорової залози, ободової кишки, шлунка, прямої кишки. В структурі захворюваності на ці ж новоутворення серед жіночого населення області найбільш питому вагу займають злоякісне новоутворення молочних залоз, немеланомні захворювання шкіри, тіла матки, ободової кишки, шийки матки та яєчників. А взагалі онкологія вона молодша, чи якого віку взагалі вона онкологія? В якому віці люди найчастіше стикаються з таким діагнозом? На жаль, цими захворюваннями хворіють люди різного віку.
але хворі похилого віку найбільш частіше хворіють цими захворюваннями. Я хотіла би звернутися до Олега Михайловича, він нас так сором'язливо сидить і думає про свою категорію. Ви більше стикаєтеся з жінками, так, які звертаються вже з поставленим до вас діагнозом, чи ви встановлюєте діагноз в диспансері? У нас поліклініка завжди відкрита для всіх бажаючих, які к нам прийдуть, ми всіх приймаємо. Обычно к нам приходять люди, у которых появились какие-то серьезные жалобы. Очень часто, конечно, по направлению. С женских консультаций, от семейных врачей, с районных больниц к нам приезжают. Всем, конечно, мы всех консультируем и по возможности оказываем им помощь. Як вони до вас звертаються? От вони приходять, які це мають бути симптоми, з якими до вас присилають? Ну, все залежить від локалізації опухолі. На сегодняшний день всем известно, что в гинекологии первое место занимает это рак тела матки. Рак тела матки – первые симптомы, так же, как и при других заболеваниях, это может быть небольшие выделения, которые беспокоят женщину. Они могут быть зловонные, могут быть незловонные. Это при предраковых заболеваниях рака тела матки. Если процесс переходит уже в сыну, развивается дальше, здесь появляется кровомазание, вплоть до кровотечения. Чаще всего, конечно, болеют раком тела матки это женщины в климактерическом периоде, после 50 лет, но есть, конечно, и в 40, и в 35 лет. Недавно у нас был случай 25 лет девушки, не рожала ничего, у нее рак тела матки, запущенная третья стадия. У нее тоже были перебои с менструациями, нарушение цикла, длительные месячные. Если это рак шейки матки, который занимает у нас второе место по количеству заболевших, например, если в 2006 году было 110 случаев зарегистрированных раком шейки матки, то в 2015 году 110 случаев, а в 2016 году 141 случай. Это на 31 человек больше. О чем говорит? Рак шейки матки – это он просто так с голого места не появляется. Это определенная стадии развития этого заболевания. На первом месте это дисплазия. Дисплазия, она плавно переходит в предрак и рак в среднем от 2 до 12 лет. То есть у любой женщины есть очень большой промежуток времени, чтобы обратиться к врачам, чтобы не дойти до этого рака. Но что мы сейчас видим? Мы сплошь и рядом видим, что люди не обращаются к врачам от 2 до 5 лет. Потом, когда к нам приходят, мы уже видим, к сожалению, онкозаболеваемость при раке шейки матки. Здесь, когда предрак шейки матки, никаких жалоб нет абсолютно. Ни выделений, ни кровянистых, ничего. Это только находка врача, благодаря дополнительным методам исследования. На первом методе исследования – это цитологический скрининг. К сожалению, он в этом году у нас упал, в 2016 году упал на 5% по сравнению с 2015 годом. Что он нам дает? Цитологический скрининг дает возможность увидеть возникновение предрака или рака за 2-5 лет до его возникновения. Это на уровне клетки. Врачи-цитологи определяют изменения и уже могут предположить, что через 2-5 лет будут какие-то предраковые дела. И тут никакой сложности нет, если бы женщины наши ходили в смотровые кабинеты к врачам-гинекологам для того, чтобы брать элементарное. Это первое, это цитологический скрининг. Если же рак шейки матки, это предрак, он никак не протекает. Если это уже рак первой стадии, вначале это будет тоже такие водянистые, может быть, даже зловонные выделения. Это называется лимфорея. Почему? Потому что процесс разрушает шейку матки, разрушает лимфатические сосуды. Когда он их уже разрушил, он переходит на кровеносные сосуды. И получается кровомазание. Это могут быть различные контактные кровомазания, могут быть циклические какие-то, в зависимости от перенагрузки. А если процесс уже запущенный, когда есть метастазы, конечно, это боль. Следующее. Я перепрошу, ми трошки перервамося, тому що у нас дзвінок. Доброго дня, ми вас слухаємо. Вам доброго дня. Запитання таке. Рівно рік тому, перед Новим роком, опухоль в горлі. Прийшов в лікарню в онкологію. Сказали рак.
сделали две химиотерапии и две это же электрооблучения. Лучевую терапию. И началась опухоль под горлом, то есть под подбородком. Сказали на Фрунзе, что оно рассосется. Оно все, как говорится, глубже, глубже, и начинается болеть голова, ухо, и горло с правой стороны начинает опухать. Что мне дальше делать? Обошлось мне это порядка 35 тысяч гривен, естественно. Обошлось? Спасибо за ваш ответ. Значит, пожалуйста, вы со всеми своими проблемами должны обратиться в онкодиспансер или ко мне, или к доктору-онкологу Онколор, у нас есть такой специалист. Вот мы вас посмотрим, соберем комиссионный осмотр, это смотрят 4 специалиста, это тот хирург, по заболеванию которого вы обращаетесь, это радиолог, это химиотерапевт и заведующий поликлиникой. В любом случае постараемся вам помочь. Приходите. Дякую за відповідь, тому що, зрозумієте, ми не можемо особисто ваші проблеми так розглядати, обговорювати в ефірі, тому що це почують всі, а це ваша особиста справа, ваше здоров'я, і ця інформація, вона конфіденційна. Так? Тому загальна така відповідь, приходьте до онкодиспансера, вас обов'язково оглянуть. Отже, ми говорили про виявлення тих хвороб, з якими звертаються до вас жінки. Олег Михайлович, скажіть, будь ласка, вже зрозуміло, що за 2-5 років можна якось спрогнозувати лікарю, що може відбутися якась біда там через 2-5 років. Але ну, з огляду на наші реалії, дуже рідко хто звертається вчасно. Якщо звертається жінка і їй попередньо діагностують онкозахворювання. Вона звертається до вашого закладу. Які етапи чекають далі? Що буде далі з нею? Дальше ее ждет, ну, поймите правильно, лечение у нас комбинированное, комплексное. Это не только операция, это не только химиотерапия или радиологическое лечение. Это комплексное лечение. То есть мы должны знать состояние организма. Перенесет ли она операцию, перенесет ли она другой какой-то вид лечения. Это нужно полное обследование. Это общие анализы крови, биохимические исследования, ну, при необходимости также ультразвуковые исследования, консультация обязательно терапевта, состояние смежных органов. В зависимости от того вырабатывается тактика лечения. У нас, как сказал Игорь Алексеевич, существует специальный консилиум. Собираются 4 врача. Это представители смежных специальностей: радиолог, химиотерапевт и врач-хирург. В зависимости от локализации опухоли, от стадии заболевания, мы уже вырабатываем тактику лечения, которая принесет хороший прогноз. Насколько можно прогнозировать добрый результат? Все зависит от степени, от стадии первой, от второй, от формы опухоли. Гистологического заключения. Там очень много разных критериев, которые влияют на прогноз. Ігор Олексійович, скажіть, як може зрозуміли вже наші глядачі, то Олег Михайлович більше працює з жінками, ви більше працюєте з чоловіками в цьому напрямку. І от як ви між собою за власним досвідом все одно обмінюєтеся поглядами, думками, хто краще піддається лікуванню, жінки чи чоловіки, хто боїться лікування і на що треба звернути увагу, як ви переконуєте людей, що все-таки лікуватися треба? Бояться всі, але мужчини бояться гораздо більше. Дійсно, хоч ми мужчини і сильний пол, але ведемо себе не зовсім сильним образом. А вот женщины действительно немного более ответственны, и если появляются хоть какие-то признаки, женщина быстрее пойдет к врачу, пусть там не в свою поликлинику или в свой центр первичной медико-санитарной допомоги, обратиться к знакомому врачу или еще куда-то, который ее уже направит туда, куда необходимо. Мужчины, конечно, народ такой, что будет сидеть дома, будет находить миллион
причин для того, чтобы не пойти, не сдать там несколько анализов, пройти УЗИ. Такое. Ну, тоже пытаемся работать, пытаемся объяснять, что мужское здоровье ничуть не менее важное, чем женское. Пытаемся донести, что каждый мужчина, начиная, ну, как минимум 40 лет, раз в год должен сдать такой онкомаркер, простатспецифический антиген. Это действительно специфический маркер по, в плане скрининга рака предстательной железы. Вот, пройти УЗИ и прийти на осмотр к урологу – это то, что должен делать действительно каждый мужчина, начиная с 40 лет. По поводу женского здоровья гинекологи борются за то, что начиная с 35 лет, а в некоторых странах даже с 30 лет. Вот, ну, боремся. А от щодо онкомаркерів хотіла спитати, хто з вас візьме відповідь на це питання на себе, наскільки дієві виявлення? Я знаю, що є групи онкомаркерів, наприклад, навіть так і називається в лабораторіях жіночі там група. Женська панель, так. Так, як часто потрібно здавати ці онкомаркери, бажано здавати? Ну, в любом случае, направлять на каждый онкомаркер должен специалист. То есть, если доктор считает нужным направить человека, пройти какой-то скрининг, то есть, это может быть семейный врач, это может быть доктор-гинеколог, уролог, хирург, неважно. И необходимое количество этих маркеров, то есть каждый маркер, он сам по себе ничего не значит. То есть все расценивается в комплексе. То есть для некоторых заболеваний более характерно, там, например, сочетание там, 2-3 маркеров, да, для того, чтобы пациент, увидя повышенные результаты этого обследования, это лишний раз заставит его обратиться к специалисту. Вот, то есть, ну, наверное, так. Ще хотілося б задати питання. Справа в тому, що всі ми майже зараз є користувачами інтернет. І навіть наші бабусі, дідусі, вони засвоюють так, ці навики користування інтернетом. Досить часто такі з'являються вікна, спливають реклами, позбавлення онкології за 5 днів, позбавлення онкології за 2 тижні, за 2 місяці. Наскільки часто ви зустрічаєтеся, стикаєтеся потім з результатами таких позбавлень онкології? І чи дійсно, чи ваші пацієнти ще вірять у це? Очень многие говорят, что верят. Вот я попробую какое-нибудь нетрадиционное средство, оно меня вылечит, потому что оно гипотетически кого-то в интернете вылечило. Ну, мы работаем уже там, ну, как минимум 20-25 лет, некоторые наши коллеги работают больше. Ну, к сожалению, а может и к счастью, не видели ни одного такого пациента, который таким чудодейственным способом излечился от онкологии. Или это была не онкология, или информация, ну, скажем, мягко недостоверна. Поэтому нужно обращаться, нужно обследоваться и нужно лечиться. Дякую за відповідь. У нас знову дзвіночок. Доброго дня, ми вас слухаємо. Здравствуйте. Алло? Да, здравствуйте. Да. Ми слышим вас. Я хочу поблагодарить Олега Михайловича. Я случайно включила телевизор, увидела. За его золотые руки. Он в прошлом году спас мою маму, она была в тяжелом состоянии, потому что он вспомнит, у нее проблема с ногами была. И я очень ему благодарна, вся наша семья, за то, что он поднял нашу маму на ноги. Дай Бог ему здоровья, всего удачи и побольше бы таких золотых людей, потому что никто не хотел мою маму брать на операцию, только он смог это сделать. Большое ему спасибо. Дай Бог ему всего хорошего. Удачи в его работе. Олег Михайлович, посміхніться. Ви не знаєте, як
поводите себе так скромно дуже, тому що я думаю, що дякую вам за дзвінок, тому що наші лікарі частіше, вони не вважаються за подвиг кожного врятованого життя, вони вважають просто це своєю роботою, повсякденною роботою, тому так сором'язливо сприймають ваші подяки. Дякуємо, що звернулися до нашого ефіру. Якщо у вас ще є питання, набирайте, ми обов'язково відповімо. І чи є якісь прогнози на майбутнє, чи є якісь надії на те, що все-таки онкологія буде хворобою, яка стане лікуватися, буде лікувати набагато легше, ніж зараз? Чи це все тільки міфи? Надежда вмирає останній. Вот. Сказав добрий доктор. Мы все-таки надеемся на то, что станет лучше, что наши больные, если начнут обращаться в более ранних стадиях, то и результаты будут гораздо лучше. Техника развивается, появляются самые современные прогрессивные методы лечения, и роботизированные в том числе, то, о чем мы говорили перед программой. Вот. Поэтому... Ну, все так плохо. Хочется, чтобы больные не доводили себя до рака. Конечно. Это элементарно. Вот взять хотя бы ту же Финляндию. Я перепрошу, давайте про Финляндию залишим, потому что нас чекают на звонок. Доброго дня. Алло. Здравствуйте. 15 років назад мені Олег Михайлович спас життя. Сьогодні, якщо б зібрати всі подяки, які йому можуть виразити жінки, не хватило передачі, напевно, за цілий місяць. Я низько кланяюсь цьому чоловіку, і хай Бог дає йому здоров'я до 100 років. Бо він живе не тільки для себе, він живе для нас. Дякую велике. Це з Первомайського району. Дякуємо, Олег Михайлович, вам. Ви сьогодні зірка наша. І ці подяки, я думаю, що вони заслужені. А тепер до Фінляндії. Що відбувається таке в Фінляндії, чого немає у нас? У 2008 році дали Нобелівську премію вірусологу німецькому за те, що він доказав, що рак шийки матки викликає на 99% вірус папілому чоловіка. Во всіх цивілізованих європейських країнах жінка, яка приходить на онкопрофосмотр, раз в два, в три года. Ее обязательно берут, бесплатно. Мазок на цитологический скрининг, о чем я уже говорил. И второе, это на вирус папилломы человека. В Финляндии до того дошло уже, что люди, которые лет пять не ходили к врачу-гинекологу, им по почте направляют в конверте специальную бумажечку специальную. Эту бумажечку нужно ввести в одно место и отправить, там и бесплатный конверт дается в лабораторию. Если там находят вирус папилломы человека, этому человеку приходит, звонят и говорят, у вас нашли вирус папилломы человека, у вас может быть возникнуть онкопроцесс. Пожалуйста, придите на проверку. Человек не приходит, через полгода ему опять отправляют. Все это бесплатно. В сегодняшний день взять мазок на вот этот цитологический, мазок на вирус папилломы человека стоит 200-250 гривен. Для наших жителей, конечно, это дороговато. Ну, будем надеяться, что будут такие программы, и все будут бесплатно, благодаря страховой медицине, тоже получать полное обследование. Вот это нам даст возможность профилактики возникновения рака. Дякую вам за відповідь. У нас ще один дзвіночок. Сподіваюся, ми встигнемо відповісти. Доброго дня. Мені ось інтересує такий вопрос. Я стою на учеті у мамолога, но в своє время я буваю у дерматолога. У меня разошлись родинки на груди. Я бы хотела бы еще раз просто проконсультироваться дерматолога, но мне в регистратуре говорят, что я должна взять на дерматологу направление. Зачем мне направление, если я уже у вас стою в очереди? Не нужно вам направление, приходите без всякого направления, вас дерматолог посмотрит. У нас залишилося мало часу, 2 хвилини буквально. Скажіть, будь ласка, що хотілося б від себе сказати нашим глядачам те, що, можливо, я не запитаю, а ви хочете донести? Хочеться сказати, що в преддверии нашого праздника Всемирного дня борьбы с раком 6 числа в Николаевском областном онкологическом диспансере будет проведен день открытых дверей. Собственно, у нас каждый день открытых дверей, но это такое мероприятие, которое все пациенты, которые
не состоят на учете, нет даже никаких жалоб, но хотят пройти консультацию каких-то специалистов, все могут прийти с 9 до 15 часов в поликлинику онкологического диспансера. При себе желательно иметь какой-то документ, лучше, если паспорт. Вот, будет заведена карточка, посмотрят те специалисты, по поводу которых заболевание вы планируете обратиться. И если нужно будет какое-то обследование, и лабораторное, и рентгенологическое, все это делается бесплатно. Пожалуйста, приходите. Дякую вам за те, що сьогодні були з нами. До Дня Всесвітнього дня боротьби з онкологією в нашій студії доносили до нас інформацію Олег Михайлович Коваленко, завідуючий гінекологічним відділенням Миколаївського обласного онкологічного диспансеру, та Овечко Ігор Олексійович, завідуючий поліклінічним відділенням того самого медичного закладу. Дякую вам, низький уклін і міцного здоров'я перш за все вам, щоб ще більше життів вам вдалося врятувати. Ну, а пацієнти ваші, щоб були слухняними і менше приходили до вас з запущеними формами захворювання. Дякую всім глядачам, хто залишався з нами. До побачення, до нових зустрічей. Бувайте здорові!